том, что первоклассники полностью справились с задачей, изучить букварь, нет сомнений. Ребята бегло читают, составляют предложения и записывают их в тетрадки. Праздник букваря в православной школе «Лествица» проходит впервые. По мнению руководства, это непременно станет хорошей традицией. В нашей православной школе «Лествица» сегодня большое знаменательное событие. Праздник «Прощай, букварь». Первый класс, набранный в этой школе, они же будут нашими настоящими выпускниками, сегодня прощаются с букварем. Ребят ждет удивительное, увлекательное путешествие по станциям, в результате чего, пройдя свой образовательный квест, они получат сегодня у нас дипломы и значки. Ребята отправились в увлекательный квест. На каждой станции задание. И только справившись с ним, можно продолжить путь. Учится здесь моя дочка Лустенко Арина. Вот. Но могу сказать, что когда мы по каким-то причинам, ну, например, по болезни не приходим, то ребенок очень расстраивается, даже до слез. Вот. Всегда, абсолютно всегда, не было ни разу такого, чтобы она не захотела прийти. Вот. Ходит сюда с огромным удовольствием. Поэтому, соответственно, доволен ребенок, довольна и мама. Как ни старались волонтеры запутать первоклассников, им это не удалось. Мальчишки и девчонки бойко отвечали на все вопросы. Они показали высокий уровень знаний и не допустили ни одной ошибки. Пока дети разгадывали ребусы, родители не теряли время даром, а мастерили подарки для малышей. Ребята учили буквы в течение нескольких месяцев. Для них, для многих это было непростое дело. Но, в общем-то, они сейчас у нас довольно хорошо все читают, очень любознательные малыши, и мы очень надеемся на то, что у них будут блестящие результаты. Прощание с букварем – это новая, но уже не единственная традиция. Несмотря на то, что православной гимназии «Лествица» нет еще и года, здесь особая атмосфера. Ежедневно уроки начинаются с молитвы. Также в образовательный процесс включены занятия по духовно-нравственному воспитанию детей. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».